русский в статус-технический университет. Уважаемые наши коллеги, лично я скажу лично, да, сейчас я поймала. Если вы позволите, да, я как же поверу буду? Нет, нет, почему? Кто смотрит? Вам не нравится. Я зачитаю эти слова, которые вам адресует мое руководство. Уважаемая Елена Геннадьевна, от лица ректората Тамбовского государственного технического университета, поздравляем вас с юбилеем. Для ученого возраст 5-0 – это возраст, в котором сочетается энергия, свойственная людям в развитии и опыт профессионального человечества. А это значит, что вы, находясь на посту президента Института научных коммуникаций, можете реализовать свои самые смелые творческие планы. Каждый юбилей – это своеобразная точка отсчета, когда мы формируем новые перспективы, ставим новые цели, новые задачи. Современная Россия идет по пути модернизации научного и технологического прогресса, и от знаний, компетентности и конкурентоспособности наших ученых напрямую зависит будущее государства. Богатый жизненный опыт, обширные знания в области экономических наук, творческая и деловая активность позволяет вам успешно продвигать институт научных коммуникаций и его партнеров, включая технический вуз, в мировом и будущем сообществе. Разрешите в этот день пожелать вам успеха в вашем непростом деле, надежных единомышленников, взаимопонимания. Пусть каждая ваша идея воплотит в жизнь, а любое дело приносит чувство. Желаем поколения новых вершин, силы и энергии. Ректорат Тамбовского государственного технического университета, доходчики проекта по научной деятельности, можно поднять в жизнь. Спасибо очень неожиданно. Вас поздравить, я вам пишу ваш диплом. Это научный доклад и активное участие в конференции, которая была посвящена приобретению качества жизни. И там еще небольшая благодарность тоже за эту конференцию. Спасибо.